Клуб настольных игр «Седьмая карта» культурного центра совхоза имени Ленина совместно с детским садом «Замок детства» только что закончили турнир по игре в добль среди возрастной категории 5-6 лет, 6-7 лет. Призеры и победители были награждены сертификатами на посещение нашего клуба, а также сувенирной продукцией от ЗАО «Совхоз» имени Ленина. Всем участникам большое спасибо!